16-летняя палестинка стала очередной жертвой оккупационного режима Израиля. Во время рейда израильских сил в городе Дженине, что на севере западного берега, на крыше собственного дома была убита девушка по имени Яна Маджиза Карне. Об этом сообщает информагентство «Аль-Джазира» со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины. Яна получила ранение в голову, несовместимое с жизнью. По словам официальных лиц, еще по меньшей мере двое других палестинцев были ранены. Израильский спецназ совершил налет на Дженин и его лагерь беженцев около 22:00. 19:00 по Гринвичу в воскресенье и произвел аресты. Между израильскими солдатами и палестинской молодежью вспыхнули столкновения. Позже военные признали, что смертельно ранили палестинскую девочку-подростка во время операции, заявив, что она была непреднамеренно поражена огнем. Но, несмотря на это, операции по выявлению так называемых боевиков будут продолжаться. В Дженине в знак траура была объявлена всеобщая забастовка. Организация Объединенных Наций заявила, что 2022 год стал самым смертоносным для палестинцев на Западном берегу с 2006 года. Спасибо, дорогой зритель, что ты с нами и ценишь нашу работу. Команда Алиф ТВ каждый день старается для обретения довольства Аллаха в обоих мирах. Ты можешь поддержать нас, просматривая наш контент через VPN. А если у тебя есть возможность, можно просто оформить спонсорство. Алиф ТВ. Один на миллион.